Забегает Месси. Нет, пока передачи не получает. А вот сейчас очень неаккуратный пас от Дани Алвеса. Ой-ой-ой. Месси там кого-то пришил на первом ряду. И в него полетели белые флажки. Это вот древки от флажков, которые лежали. Он хотел, по-моему, он хотел попасть в щит, мне кажется, чтобы отлетел мяч в поле. Но вот кто Пепе-то вообще не показывал и пальцем у виска не крутил. Мы всем помним, как Пепе получил свою 10-матчевую дисквалификацию, когда наступил на игрока Китая. Он с тех пор очень изменился. Он с тех пор играет очень осмотрительно и не грубо. Так что ему этот урок пошел в кровь. А Месси вообще никогда не был замечен в таких вещах. Ну да, кто Майкону зуб выбил в прошлом году?